К нам подключается Денис Попович, военный обозреватель. Денис, здравствуйте. Денис, приветствуем. Добрый вечер. Денис, вот помогите разобраться, что быстрее происходит? Быстрее российский ВПК производит танки? Британцы говорят про 100 танков новых в месяц. Или украинская армия быстрее их утилизирует? Более 6 тысяч за последние два года. Давайте посчитаем разницу. Да? Ну, возьмем за отправную точку начала российского наступления под Авдеевкой, например. Да? То есть это их осенне-зимнее наступление, да, которое вот сейчас они по всей восточной дуге пытаются наступать. По состоянию на 10 октября, когда оно началось, да, фактически, потери российских танков, мы говорим только про танки, да, составляли 4829 единиц. Сначала широкомасштабное вторжение, постоянно на 10 октября. Сейчас, сколько вы сказали, 4310 было? 6322. 6322. То есть простой математический подсчет показывает, что более 1480 танков было потеряно. Практически 1500 танков, да? Было потеряно за последние 3,5 месяца. Да, то есть, ну, просто можем посчитать. Это огромная цифра, да. Это огромная цифра, получается. Это танковая армия легла, не одна. Вот понимаете, то есть, это за 3,5 месяца просто мы говорим о конкретных сражениях. Авдеевка, Купянск, Лимано-Купинское направление, Маринка, Бахмут и так далее. Легло несколько танковых, ну, не одна танковая армия, скажем так, да, то есть это половина от тех танков, с которыми гитлеровская Германия в 1941 году нападала на Советский Союз и дошла до Москвы. Да, вот если мы опираемся на цифру Генерального штаба. Соответственно, если по данным Института изучения войны британской разведки, Российская Федерация способна делать по 100 танков в месяц, а мы еще слышали в конце прошлого года цифры от наших прибалтийских партнеров о том, что 100-150 танков в месяц. Да, ну, берем 150 танков в месяц. То есть за 4 месяца 600 танков. Вот вам разница. То есть ответ на ваш вопрос, что быстрее происходит. Либо мы уничтожаем танки, либо Российская Федерация. Украина быстрее уничтожает танки, чем ВПК России их производит. Так к чему и в какой перспективе, в насколько долгосрочной перспективе это должно привести? Ну, мы не знаем точно число танков, которые находятся у них на хранении. Да, и какими темпами они могут и восстанавливать. То есть речь идет о строительстве новых танков. Да? Там же не говорится о том, что за танки. Там Т-90, Т-80, Т-72. Мы еще знаем о танках, которые они восстанавливают. То есть они снимают с баз хранения танки Т-62, Т-55. Собирают их, там, навешивают какие-то девайсы, обвесы на них дополнительные, чтобы там, приблизить их максимально к современным требованиям, отпускают их на фронт. То есть вот пока у них есть еще ресурс восстановления и ремонта старых танков, поэтому как бы они способны восполняться, да, с теми или иными темпами. И говорить о полном истощении, на мой взгляд, пока было бы преждевременно. Окей, Денис, по вашей собственной оценке, а насколько хватит вот таких вот масштабов производства? Ведь танки — это далеко не только железо. Конечно, и железо тоже. Его, допустим, в Российской Федерации предостаточно. Начинка. Ведь это сегодня является, ну, чуть ли не решающим моментом. Ну, начинка, знаете ли, для наших просторов бывшего Советского Союза, да, начинка не всегда играла роль, да, играла железо. Давайте опять-таки вспомним Вторую мировую войну, что наши деды, которые тоже воевали, наводили танки Т-34 по стволу. Что такое наведение по стволу, вы знаете, да, то есть заряжающий смотрит в канал ствола, вот, видит там в этом канале цель, загоняет снаряд и стреляет, то есть никаких прицельных приспособлений не было. Поэтому Российская Федерация, очевидно, готова действовать по этим же лекалам. Да, ну, как раз ствол мы видим, он нарезной, так что, судя по всему, этот ствол не от танка, а что там гладкоствольные стволы танков советского производства. Ну, мы отвлеклись. Поэтому для Российской Федерации там начинка, эргономичность, комфорт роль не играют, они могут клепать железо, не обращая внимания на технологические, скажем так, изыски, и делая танки по полному радиусу, по полному кругу производства на основе тех комплектующих, которые у них имеются. Это как раз Т-62, Т-55, ранняя модификация Т-72. То есть они, в принципе, способны все воспроизводить.
Окей, то есть, судя по количеству потерь, танки для российской армии, как и люди, это просто расходный материал, чего, наверное, нельзя сказать... Не соглашусь. Не согласитесь. Не соглашусь, я вас перебил, извините, пожалуйста, то, что вас перебил. Как раз технику не берегут, они людей не берегут. Угу. Технику берегут. Они берегут, 6 тысяч все-таки потеряли. Ну, так или иначе, если не идут поступления на подготовленные позиции, их там встречают дронами, противотанковыми средствами, то, конечно, несут потери. Но технику они как раз стараются беречь, с оглядкой на то, что как раз у них есть трудности с их производством, а вот трудности с людьми у них пока еще не прослеживаются. То есть они вот пока их набирают, это их ресурс, который они готовы тратить. Да. Тем не менее, что хотел сказать, что по сравнению с танками, которых теряют очень много, потеря каждого корабля или катера — это значительно более серьезная потеря. И вот мы обсуждаем операцию сегодня ночью, предыдущей ночью. Специалисты ГУР уничтожили ракетный катер «Ивановец». Расскажите, пожалуйста, насколько это серьезная потеря, какую угрозу этот катер представлял, как много подобных катеров еще осталось в России? Насколько я знаю, это их немного осталось в Российской Федерации. Потери любого корабля – это потери. Больше всего там, судя по всему, погиб весь экипаж. То есть 40 человек, да. Железо железом можно построить. Тем более, что ракетный катер, в принципе, Российская Федерация способна строить ракетные катера. Малые ракетные корабли и даже фрегаты, да, она способна это делать. Худо-бедно, но она же их строила раньше. А вот люди, которые там погибли, это, безусловно, персонал, которого нужно учить. И это же не просто мобилизованные, да, то есть, которые там поймали, значит, это самое, не поймали, а привлекли по контракту. Месяц поводили по полигону, бросили в бой. Это моряки, моряков нужно готовить, учить. То есть это не так все просто. В процессе потери тех самых специалистов, которые, например, российская армия может использовать, сколько времени требуется для того, чтобы подготовить, ну, допустим, тех же моряков или тех же танкистов? Это, возвращаясь к теме потери личного состава. Но это очень по-разному на самом деле. Но если мы, скажем, берем механика-водителя, который раньше водил трактор или комбайн, но он пересядет на танк, да, то есть сильно много готовить его не нужно. Если мы берем там квалифицированного специалиста, заряжающего, да, если мы говорим о танке Т-62, да, или Т-55, это Т-62, там нужно заряжающий, да, то есть нужно их готовить. Механик, наводчик, там, командир это офицер. Командира танка нужно готовить как офицера. И офицеров нужно готовить несколько лет, потому что для этого нужно закончить высшее военное училище, для того, чтобы получить звание и получить определенную квалификацию. То есть это по-разному. Каждый специалист по-разному. Разное время обучения и разные подходы, и разные затраты. Ну, судя по всему, как минимум 40 придется еще подготовить после уничтожения «Ивановца». А скажите, пожалуйста, как вы оцениваете вообще проведение этой операции? Судя по видео, которое есть в интернете, 4 или 5 беспилотников надводных точно использовали украинские военные. Операция происходила у берегов Крыма, возле Донузлава, одна из баз Черноморского флота. Как это повлияет на безопасность для Украины в Черном море? Отгонит ли это еще дальше российские корабли? Поставит ли их на прикол в портах? Ну, уже Российская Федерация вынуждена свои корабли убирать из западной части Черного моря, потому что дроны действуют, и потопление «Ивановца» — лишнее свидетельство того, что, значит, сейчас у нас на Черном море доминируют асимметричные средства борьбы, которые весьма успешны, весьма эффективны. То есть с помощью этих надводных, я думаю, что в ближайшем будущем подводных дронов, была информация о соответствующих проектах, то Российская Федерация будет терять все больше и больше кораблей. Мы уже знаем о том, что ракетные корабли, основные их фрегаты и малоракетные корабли переброшены в Новороссийск, но Севастопольская база не способна отказаться полностью, потому что здесь стоит вопрос по логистике, да, прежде всего, перезаряжание ракет «Калибр». Поэтому они, в общем-то, и берегутся, эти «Калибры», в определенной степени. Именно поэтому, потому что если они будут отстреливать эти «Калибры», их нужно будет это перезаряжать. А перезаряжать их можно только в Севастополе. А Севастополь под огнем, под ударом. Соответственно, они могут рисковать еще потерять какие-то корабли. Ну, что, в общем-то, было бы для них весьма нежелательно. Как с точки зрения и потери способности флота, так, а некоторые называют Черноморский флот флотилией уже, потому что нету кораблей первого ранга. Да, после потопления крейсера «Москва». Ну, как и с точки зрения потери плавсостава, да, так и с точки зрения потери специалистов.
Ну что ж, будем дальше следить за развитием событий. Тут много различного рода событий происходит сейчас непосредственно. Они касаются не только действий непосредственно армии Украины, но и тех средств, которые нам передают наши западные партнеры, в частности, американских, GLSDB и так далее. Как это все отразится на поле боя? Ну, наверняка эта информация мимо нас не пройдет. Денис, спасибо большое. Денис Попович, военный обозреватель, все. Присоединялся к нашему эфиру. Спасибо. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.